Сегодня 23 января 2020 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель переменных звезд и автор двух собственных научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Я нахожусь в поселке Южно-Морской Приморского края, на своей малой родине, на побережье Японского моря. Сегодня уже 3 года со дня начала моих вынужденных скитаний. Из-за невозможности безопасного беспрепятственного проживания в моем единственном жилье в городе Москве, в комнате номер 2, в коммунальной квартире номер 210 по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, и из-за невозможности беспрепятственной продажи моей комнаты. Пожалуйста, добрые люди, обращаюсь к вам, помогите продать мне мою комнату, чтобы я смог купить себе взамен другое жилье, которым мог бы безопасно и беспрепятственно проживать, заниматься наблюдательной астрономией и подготовиться к поступлению в университет для обучения на астронома. Я страдаю хроническими заболеваниями, пороком сердца, бронхиальной астмой, заболеванием суставов, заболеванием крови и заболеванием вен. Моя мама страдает анемией. Я, моя мама и наша кошка очень сильно страдаем, вынуждены в скитаниях. Пожалуйста, помогите нам.